так будет всегда, если ты захочешь этого всегда. Да, кстати, а кто ваши родители? Меня на пороге детдома нашли, сторож. Извините, надо ответить. Чернышов. Погибший сын мэра нашего города Анатолий Приходько, недавно проходивший по делу об убийстве по неосторожности Анны Гончаренко. Напоминаю, Анатолий Приходько был полностью оправдан. Сегодняшнее ДТП произошло на том же самом месте, где и 3 месяца назад погибла Анна Гончаренко. Так это не авария, это казнь. Судья. Все время судья. Что мы вообще знаем об этом судье? Мы знаем, что судья тщательно готовит каждое свое дело, не оставляя следов и не совершает ошибок. Мы знаем, что судья наказывает виновных точно так же, как было совершено преступление. Око за око. Наркоторговцу он вколол смертельную дозу героина. Черные риэлторы, из-за которых целая семья лишилась квартиры и отравилась выхлопными газами, были найдены в том же гараже. Мы знаем, что судья сам связывается с теми, чье дело он берет. Обычно человеку незаметно подбрасывают мобильный телефон, и на него поступает звонок. Обследование подброшенных телефонов ни к чему не привели. И при попытке использования просто перегорали. Судью никто никогда не видел. Разговаривает он через прибор, изменяющий голос. Мы знаем, что судья всегда прав. Все приговоры судьи справедливы. Если они узнают, что это судья, они будут убеждены, что мой сын виновен. Если ты не найдешь мне этого судью, я вышвырну тебя из этого кабинета. Если в своем сидишь. Ты хотела статью написать о судье? Да. Вот тут все факты, почему он казнил сына Приходько. Показания свидетелей, записи с камер, которые потом изъяли из дела. Как судья сказал, все мы под Богом ходим. Почему именно в нашем городе? Вот поймем это, тогда и поймем, кто это и что ему надо. Я предлагаю поднять архив, старые дела, там, где мы не смогли посадить преступника, хотя знали на 100%, что он преступник. Расставить судье ловушки? Это могло бы сработать. Никакого хрена вы ни хрена не делаете. Когда государство бессильно, приходит он. Единственного человека в своей грёбаной жизни, кто обошелся со мной по-человечески. Стой! Докладывайте. Мы его упустили. Перехват ничего не дал, мотоциклист исчез. Мне кажется, мы с ним из одного детдома. Вы кровать его видели? Была у нас такая Марья Васильевна. Она заставляла всех кровати одинаково скрывать. Детдом номер 19 находится в 100 километрах отсюда. Вчера у вас была вот эта девушка. Я хочу знать, кто заплатил за ее счет и передал папку. Может, меня поздравить? Это сотый. Мы взяли объект под контролем. Периметр чист. Вас понял. Вы кем себя возомнили? Ты и твой судья. Вы убийцы. Это верно. Ты сделала меня таким государством, которому ты так рьяно служишь. Меня научили убивать, не думая. А судья научил думать перед тем, как убивать. Может быть, ты меня тоже подозреваешь? Нет, пока. А вы? Нет, пока. We'll be right back.
Ты считаешь меня преступником? Если бы ты хорошо делал свою работу, мне бы не пришлось делать свою.